Thank you.
Ну за одна я не могу и все. Подожди, я ошибся. Нормально. 10 минут. Проверка звука. Мое сердце обливается кровью.
Наслаждаешься жизнью по полной.
Пожалуй, ты где-то отдыхаешь и наслаждаешься жизнью по полной. Даже вы думаешь, что я один помираю холодный, голодный. Но ты совсем не знаешь, как я силен. И мое сердце горит огнем, и мы с детьми поем. Мне не нужен никто, внутри меня целый мир. Где бы я ни был, неважно с кем, там всегда будет праздник и пир. Спасибо, сраная сука, ты помогла мне себя познать. Я поведу за собой людей, мы будем петь и танцевать. Аллилуйя! Свидания. Хорошего вам вечера. Давайте еще одну. Еще, да. Ну, нет, нам больше нельзя. Одну, короче. У нас все очень долго. Бонус? Еще одну. На диск что-нибудь, ребят. Бонус? Вас все равно не пришли, давайте еще одну. Видите, их нет. Давай правильно. Ну, больше разводишься, ребят, давайте еще одну. Как обычно. Сейчас историк будет, никогда не слышали вообще. Никогда. Новинка. С ума сойдете. Сейчас я вам все расскажу. Сейчас. По микрофону, чтоб все слышали, чтоб все слухали. Хохлуха я, акцент у меня киевский. По-русски можно говорить? Приехала я на центральный, на южный купить мясо, поджарить, чтобы я шашлык делала, шашлык. Меня спрашивают, вы мясо жарили, да? Это небо! Тут один хуй блёд ко мне наебался, а он живёт выше этажа. Он, блядь, не знаю, постоянно на рынке у чурок крутится. И из этого ему пиво, то хуй немного пиво. Причём постоянно там голыбит. Говорит, королева, у меня есть спирт? Я говорю, у меня тоже есть. Я говорю, стоп, у меня целый литр спирта. У меня 200 грамм. Ну и говорит, я пойду ко мне. Слушай, пришли, развели его 200 грамм. Прикидываешь? Интересная картина. Ну правильно? Ну правильно? Надо ебеть! А меня опять спрашивают, как пожар-то начался? Пожар-то? Он начал меня просить, дай. А я сказала, нет, а он говорит, нет, дашь. А я говорю, нихуя не дам, а почему нет? Потому что я не копируюсь, я даю, кому я хочу, блядь.
Если ты меня добрый, ты мне нахуй не упал. А ты, сука, ёбаный рот, я тебя замочу. Я знаю, кому дать, кого нахуй послать. У меня другие спонсоры есть. Слухай, я поднялась, а спонсор мой внизу меня ждет. Женя Жиконя. А такой спонсор мой конкретный просто. А он опять спрашивает, а как пожар-то начался? Как пожар начался? Ой, бабка, пожар. Бабка, пожар. Бабка, пожар. Это 100%, не будет столько. Но ты знаешь что? Этот общак, он мне нахуй не упал. У меня и квартира, коттедж. Да я ебал именины и в бубен цыганский хор. Но, ты знаешь, норковую шубу, правда, жалко. Да и в рот ебать. Нежели богато, нехуй начинать. Конец.